Привет, ребят. Приехало еще две посылки, они довольно-таки маленькие, поэтому мы с вами не будем затягивать время. Привет, друзья. Приехали мне еще две посылки, но они довольно-таки маленькие, поэтому мы не будем заострять на этом внимание. Вот. Поэтому просто их распакуем. Они все без трек-номеров, то есть они дешевые. В этой, мне кажется, что здесь часы, но я могу ошибаться, и поэтому мы сейчас с вами это все посмотрим прям... в онлайн режиме. Нет, это не часы, блин, это подставка под телефон для удобства. Честно говоря, у меня уже такая есть, она приехала в комплекте с моноподом. Вот, ну такая вот, блин, ребят, фигня. Блин, теперь будет у меня две таких штуки. Две, получается. Сюда вставляешь телефон и снимаешь видео с телефона. Честно говоря, я думаю, вы заметили, что где-то на экране мелькает у меня именно... телефон, то есть все мои видосы, которые сейчас есть на канале, они сняты просто-напросто на телефон с 8-мегапиксельной камерой. Вот, поэтому, ребят, строго прошу не судить там за качество. То я стараюсь делать вроде бы нормально, ставить света, чтобы, ну, падал, картинка была приятнее. Потому что я знаю, что чем приятнее картинка, тем хочется канал смотреть, смотреть и еще раз смотреть. Пришел микро-USB шнур, заказывал я его давно, я думал, он уже потерялся. Обычный шнур под HTC, HTC, вот, у меня заказывал парень с моего города, у него Android, ну, мы ему подобрали самый лучший, оптимальный, вот, поэтому я думаю, он будет хорош, правда? Ребят, простая посылка, говорил, не буду затягивать видос, в сумме я снимаю минуту 39 уже, 40 плюс 10 секунд ролика, этого будет 2 минуты. Все, ребят, спасибо за внимание.